Друзья, этим летом в детском киберспортивном лагере по Dota 2 и CSGO вы сможете поучаствовать в самом настоящем турнире, побороться за крутейшие девайсы от Razer и новенький iPhone XS. Вас ждут крутые и мощные компьютеры, оборудованные по последнему слову техники от Razer. А также в первую смену приезжает типичная Dota, а возможно приеду и я. Спешите получить больше информации по ссылке в описании или на dota2camp.ru. Здорово, народ, с вами Имба. Сегодня мы отправимся в режим Dota 2, но все огр-маги. В прямом и переносном смысле одновременно. Вы уже видели эту кастомку и должны понимать, о чем я. Но если это не так, то сейчас поясню. Все герои имеют местный аналог мультикаста огр-мага, который иногда багается и от этого становится только веселее. Но еще все герои правда огр-маги, по крайней мере пытались натянуть их шкуру. В общем, кастомка веселая, так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Команда голубых, блин. О, а, не, да, пацаны, все, вы не выходите. А, она все-таки с мультикастом кастуется. Угу. Косячненько. Это типа X2 у всех сейчас стандартно, да? Ладно. Тогда я думаю, стоит. Тунгусик. Тунгусик. Там байди. Так, а я сегодня. Я понял. 30 секунд до начала сражения. 250. Не хватает. Влад, а, мне тогда... кажется, ты прям горишь желанием купить вар. Пожалуйста. Варт, я эти тангусов уже насовал. А, да, спасибо. А, ну сорян, у меня уже денег нет. Я думал, ты захочешь тангусов, я купил тангусов, еще и себе насовал. А варт купить не могу. Нормально. Может, разору... Хотя, в принципе, кто у нас снайпер? Просто хрен поймешь с этими ограми, кто есть кто. Кто на снайпере? Я на спине. А у меня, кстати, на мини-карте эти... иконки, да, цветные просто. А как альт, сделать, чтобы... Альт, альт, альт. Ну, тогда надписи появляются. А там настройки меняются. Типа, да, я настройка поставил. Ну, ладно, в принципе, все равно. А шуник запутанный мир, который стопит. Ну... Артемидас начинает проигрывать с момента, когда начинает стопить крипов. Армированный, у тебя что? Ага, все отлично. А ну-ка. Это ненормально! Ох ты, сколько там... Это нормально вообще? Слышишь, прилетело ему там миллион хила. А из пачка крипов просто прилетела. А шо здесь по урону? Тихо, 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 друг. 15 раз кнопочку не нажимай, пожалуйста. Магазин универсальный, никто не помнит. Универсальный. Сейчас я подойду. Дам 15 станов. Хотя, в принципе, сейчас... Ну ладно, можно и вот так вот сделать. Иди сюда, друг. Ага. Угу, понял. Ой-яй-яй-яй-яй, а как это он уже? Жесть. Нимбокс-то. Да-да. А сейчас тут просто шейкер, или кто это? А, стоп, это такая штука, где крипов дает миллиард золота? Не хватило маны. Ладно, сейчас вернемся. Я даже не знаю, блин. Да, в принципе, нормально, я думаю. Хоть раз против нас более-менее имбовый игрок будет. Руны каждые 2 минуты. Не дай ему забрать. Ой, они сейчас вдвоем умрут, смотри. Это что было? Это что сейчас было? Я не то прожимаю. А ну иди сюда. Иди сюда, друг. Это что сейчас было, армированный? Я не знаю. Меня стерли в парашют. 15 фиссур. Не, это жесть. Мне нравится эта кастомка. Так, 250 к мне. Короче, ну вот так вот она через анимацию кастует, я понял. Я думаю, надо вот такую штуку брать и поскорее брать, наверное, акторинчик. Тихо, 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 все. Там немного мультикастов было. Я чувствую, я не возьму на
Все, а теперь отойти бы. А, у него уже гоним. А у меня почему-то не прекращает. Раз 15 сейчас кастанул, наверное. Что за прикол? А, все, я вспомнил, как это работает. Я вспомнил, да. Короче, здесь, если у вас кастуется скилл, вот типа вот сейчас, вот пока у тебя кастуется, другие скиллы не нажимай, а то собьется мультикаст. Я думаю, че он фиссуру так плохо дает? Понял фишку, армированный? 15 раз просто. И все? Один раз? Понятно. Я думаю, здесь нужно самую малость накупить пайпух и прочей хрени. Потому что это жесть. Там Зевс, наверное, уже уровня 25, да? Я 24, валю. Я 15. Угу. Сюда. А, я, кстати, 16, ну так что не все так плохо. Мне кажется, ты сейчас умрешь. Охренеть, в тебя там прилетело. Не, если так подумать, то ты... Подожди, нужен вижен туда. Я сейчас, конечно, ворвусь. Нормально. Это много вардов. Смотри, там снайпер живой еще. Сейчас. Нормально, 12 левел до полгода. Насосал? По 596 за вард дают. Голды. Тут же золото там вард дают. Жесть. Так, минус 2 секунды. 50% сопротивления магии. Я думаю, сопротивление магии здесь поважнее будет. Хрен с ним, как бы тотем тоже прикольно 2 секунды каждый давать. Но слишком жестко влетает от этих всяких зевсов. Так, мне кажется, ли нас пушат? Угу. Ну вот, теперь он меня, в принципе, не особо убивает. Где он? Тут? А, вот он где-то. Да сколько можно? Дряни в меня всякой давать. Спасибо, что не косай. А почему у нас минус 2? Вопрос, где Арты Мидас и армированный? У меня интернет. У меня на секунду интернет упал тупо. Вашу центральную башню атакуют. Ты аганим собрал, что ли? Или еще нет? Подожди. А, против нас тоже снайпер был. Точно. Тут же можно одинаковых героев пикать. Я-то думаю, что за хрень. Ай-яй-яй. Сейчас приду. Ай. Можешь посадить его? Свечу. Да. В меня сейчас просто столько болтов влетело. Реально расстрел. Это тоже расстрел. А, ну 15к, все нормально мне, я живой. Можно, пожалуйста, пайпуху побыстрее? А армированный, тебя как ждать? Армированный? А он это. А он вообще отлично. Ничего страшного, вчетвером затащим. Да, пацаны? Здесь, ага. Шикар. Вообще без проблем. Берем сплит, пушим его со всех сторон и нормально. Это кого я только что убил, снайпера? Ты шарик без колена нажимать можешь. Я знаю. Блин, помню, тут какой-то прикол был с вот этими скиллами, как вот... А что их можно не до конца кастовать, они все равно будут кастоваться. Разве так это работало? Нет, там типа можно было бесконечно скилл сделать, типа кнопку нажимать. Вот я тоже, вот у меня сейчас через раз, я вот не пойму, это баг какой-то или... этот? Почему догон нельзя? Можно, все можно. Почему? Это имба, догон будет даваться 10 раз, ты будешь отпускать. Чего бы? За что?
А он обузит, слышишь, он обузит. Кто-кто обузит? Зевс. Ой, сколько прилетело у меня сейчас ультимейтов. Ну до сих пор ульта. Подожди, вот что он сейчас делает такого? Он нажимает кнопку и заново ее нажимает, пока она еще кдэшит. То есть смотри, видишь, как я могу? А, нет. А, все, понял. Видишь? Типа сейчас так... Да подними меня в юла, я надоело. Смотри, вот, типа вот так. Ну и что ты сейчас сделал? Я вот нет, не особо понял. У меня так нельзя. У меня скиллы мгновенно кашуют. Так, ребят, надо тогда их пропушить. А где он делся? Он прилетел куда-то. Кого? Расстреляли просто. Мне кажется, здесь просто достаточно этот... БКБ собрать как-то. Так, там в меня кто-то целится вот тут. О, неужели? Так, у меня кулдаун сбросился на ульту. Зевса, ловим. У меня нету ничего. О, хорош. И пуш сразу, пуш. 11 тысяч, ребят. У меня смоки кончились. Это печально. Сюда нужен этот алхимик с аганимами его. Так, ловлю Зевса. Это Зевс? Нет, не Зевс. Братан, ты куда собрался? За всякие вот эти вот штучки очень много денег дает. Призванных юнитов и прочую хрень. Аганим. Смотрите на базу, я так стою уже 2 минуты. О. А, все, я уже... О, все, это габело. Ух, 3000! Жесть! 3000 крит прилетал. Сколько кд рефрешера, я не понимаю. Я вот одного не могу понять, нафига постоянно в чат что-то писать. 30 секунд, блин, не, байбекаться нельзя. Кд рефрешера... 195 секунд. А он тут сбрасывает кулдауны, некоторые фишки всякие. Ничего, тут получается баги у нас, баги у них, похер, тащим. У нас есть разор, который, в принципе, если сейчас накастует миллион этих, на сапоге прилетает, если он купит себе, конечно, нужный сапог. Да, и уничтожает. Похер вообще. Я сейчас застреляю его. Как дела, Влад? Ты уже улетел? Я нормально. Я вот ищу. Стреляю в него. Нет, еще не стреляю. Видите, сколько фиссур было? По 1000 дается денег за них. Смотрите, Зевса нету. Не, здесь все-таки важнее реально маг-резист. Да, и какие-то скиллы сбрасывают другие скиллы. Так, оно... Нет, не сбрасило. Сейчас еще раз. А у нас армированный будет какие-то грязь делать вообще? Или он так и будет в таверне сидеть? Блин, у меня на второй скилл с аганимом мультикаст не дается теперь. Нафиг, короче, аганим этот, походу. Ой, ребят, смотрите, как в меня тут влетело. Что ж тогда взять? Во-первых, мундшарт надо по-любому взять. У кого сколько денег? У меня 70к. Там дает... А на предметы тоже мультикаст работает, разве? Нет. Вот снайпер разразился, что летит, плат разразился, сейчас летит, а я такой стою такой. О! Вы видели? Что? У меня, кажется, каждая тычка это полустанчик. Да. На каждую тычку прям? Она у него не сбрасывает, да. Жесть. А вот сможешь в следующий раз кинуть так, чтобы они прям аж хорошо зацепляли там?
Я не хочу никуда влетать, пока не увижу их. О! Накастовался? Будет кто-то заходить? Чего здесь алхима нету? Так, ну мне Зевс почти урона не наносит, кстати. Ну хотя нормально так наносит. Ага, вот оно что. Кстати, хороший предмет. Как я о нем сразу не подумал. Ой, твою ты мышь. Жесть. Я не знаю, я этого снайпера, наверное, ультимейтов 15 влетело сейчас. И опять шарик. Вот твой два шарика. У них кулдаун есть? Ты инвиз реально прожми. Оооо, разор пошел. А, возьми себе... Как его зовут? Почему? Ульта твоя ж будет наносить. Должна наносить. Так, ну давим, в принципе, быстро возрождаемся. Нормальная таск. Со всех сторон одновременно подходим и нормально себя чувствуем. Я, короче, влетаю, просто иду размениваться вот так вот. На тебе. Ага, молодцы, хорошо расстреляли. Жесть. Кто-то пушит, я надеюсь. О, вот эта тема пошла. А у тебя есть талант на... Ага, оглушение, нормально. Все, грязь работает. Так, рефреш, я лечу к вам. Снайпер, сейчас помогу. Живи, брат. Где нашел снайпера рапира? Рапиру. Ой. Меня убивают постоянно. Куда? Так, чтоб ты убивал, не сюда убивали. Так, иду. Я просто вижу, как слайд-шоу у меня на экране какое-то происходит. Именно такая, знаешь, как будто кто-то включил серию фоток на... Это что? Чье яйцо? Серию фоток на телефоне, и каждая из них идет со вспышкой. Вот примерно так выглядит картинка на экране. Жесть. Я так разговариваю, как будто бы меня кто-то смотрит, но не смотрит. Точнее, слушает, но не смотрит. Как же быть? Что же делать? Тра-та-та. Серьезно? Вот тебе и тра-та-та. А где наш, который вот так вот тра-та-та делает? Нет, не ты. Таверня. А что ты в таверне? У тебя не многовато ли денег? Таверна. О, минус снайпер. Так, а снайпера будет убивать этот... Обратка? Да. Это мне, в принципе, тогда сейчас пока не надо. Я уже мучил меня тут, типа, какими комментариями. Да, кстати, есть такое. Рассредотачивает. Угу. Хорош. Продолжай в том же духе. Серьезно, там закончится когда-нибудь это? Алло, можно выйти? Боже, сколько же денег много дается за всю эту хрень. О, молодой бэшек летел. Ой, слушай, это я могу очень много тычек давать на самом деле. Давайте, подходите впятером, чтобы мы сразу тут были. Разор, желательно под смоками идти где-то находиться. Все, крипы заходят, ловим, ищем их. Вот у меня сейчас вообще не прекращаются станы. Вон там. Можешь мне рефрешить, если сейчас-то, пожалуйста? А я далеко. Кого? А. Меня тоже прилетело. Разор, я надеюсь, там сломал им базу, пока нас убивали. Отлично. Ты еще жив? Охренеть. Так, пока это у нас. Я думаю, можно сделать вот так. Обратка пусть будет. Подожди, а буду ли я выживать без... вот этой фигни. Ты где? Шейкер, куда пошел? Без пайпа, интересно, буду я выжимать?
Ты пытался. Причем стоит. Допустим, без пайпы и вот так вот. Так, Разор, я к тебе. Я к вам, ребят. А где я? Где я? What the fuck? Я все равно не выжил даже с четырьмя тарасками, ну что? Это эффектное появление, да. Жесть. А, кстати, это ж снайпера можно одним предметом, в принципе, законтрить сейчас. Не надо. Где же она? Что-то я потерял. Какой-то культурный. Ой, нет. Так, ребят, нам надо зайти. Убил? Отлично. Нам надо просто зайти и закончить это все. Кто, снайпер? Ну давайте, подлетаем. Давайте еще раз убить. Давайте наверх, наверх, наверх все летим. Летим наверх. Смоков нету, понятно. Блин, тут крипов много. Ух, жесть. У меня, кстати, кулдауна не пошел на скиллы. Ты зачем со мной бинкнул? Ну, опять не пошел. Сейчас пошел кулдаун. Угу, кто-то не выдержал. А на мне лежит... Почему? Страх. От кого? А тебе лич... Тебе... А, лич тяну, все, я понял. Разор где? Разор. Угу, жди, не лети. Подожди. Я понял, как это заспавнилось. Я тупо понял. Как? Смотри, сейчас покажу, куда он дрожит. Показал? Я понял. Да, это закончится когда-нибудь или где? Да, у меня сейчас опять она постоянно кастовала. Нет, смотри, типа, они даже обычно туда не хочет. Я хотел туда всех сейчас на базу. Сейчас, если я правильно понял, должно суть получаться. Да, два раза получил, третий раз не получил. Ты, короче, должен в это время... Что? Что должен в это время? Отходить в сторону. Ага, понял. Опа. Это что-то слишком много раз, не думаете? Да что такое? Все, я смотрю, смотрю, у Влада получилось. Да. Не, не получилось. А, тут лич просто. Я армировал только за собой все везде вложу. Так, сейчас некром. Ну там минус 15%, плюс еще Октарин. А, все равно. Но он ультует каждую секунду. У меня минус 25%. Так, вот это продаю, это продаю, это уже ладно, хрен с ним. Он точно обузит, он когда у него раз сидит. Да пофиг, какая разница, тут вообще, мне кажется, можно обузить, можно не обузить. Все, давайте заходим просто. А я беру вот такую тему. Влад, это несправедливо. Ну, чего? Я на ней пообузил, то все. Все, это ты же за меня. За меня нельзя обузить, против меня можно. Тра-та-та просто. Все, ребят. Снайпер умер. Держу в курсе, здесь тоже умер. Все поумирали. И база тоже у них, кстати, умерла. Так, стоп. Охренеть. Просто тра-та-та, жесть. Не, классная кастомка, жалко, она немного кривовато работает. А ты хотел бы проводить время в веселой компании, играя в те же кастомки, про которые смотришь видео? Тогда добро пожаловать на наш сервер Discord. Более 5000 человек уже присоединилось к нашему сообществу имбанутых, не хватает только тебя. Присоединяйся к нашему серверу Discord по ссылке в описании.